читал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Давай к аварийному люку. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошла! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Что? Черт! Питания нет, двигатели заглохли! Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси! Дайте площадку! Черт! Нет уже диспетчерской! Толя, падаем! Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась! О, господи! Черт! Черт! Да что же ты творишь? Руки себе возьми! Давай, давай, запускайся, медленно! Вправо нельзя бросить, давай, слепный! Душно мне! Душно! Дым! Гагарь! Дышать нет! Мама! Мама! Что? Где? Ну, Артём! Спасибо. Если б не ты, я бы так бы и задохнулся там, как и остальные. Как этот вот. Давай убираться отсюда. Артём, давай направо! Вход должен быть за этим зданием. Чёрт! Демон! Срежь его! Когда-нибудь вы, может быть, меня и достанете, а не сегодня! Так, двинули дальше. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут!